Сегодня у нас 29 декабря, и мы едем на Абхазский рынок, село Веселое, Адлерский район, на улицу Урожайную, где продаются мандарины, апельсины, лимоны, чтобы закупиться к Новому году. Мы едем, как видите, это спонтанный рынок, вот вдоль дороги, продажа сетками, сумками всевозможными, пакетами, но мы поедем на рынок, где стоят машины и продают прямо с сеток. Посмотрим, какие там цены, потому что здесь спонтанный рынок, идет перепродажа, идет, начиная от 50 рублей, и 80, и 90 просят, разные цены. Поэтому мы идем на рынок, где стоят машины-фуры. Мандарины прямо вот этими мешками дешевые по 40-50 рублей. Как видите, сидят прямо на асфальте, на тротуаре, вот ходят люди, и они прямо здесь продают все подряд. Если покупать, то брать сетками, по 5 килограмм нету сегодня. Вот, вот такими только, а что сетки, сколько, я же не знаю. Какой сетки? Это я разговариваю. Этот вот сетки, да. Ну, я не знаю, сколько килограмм сетки. Да смотря, 20-25, да. Эти вот по 25. Сетки 20-25 килограмм. По 25 рублей мандарины. А здесь сколько килограмм мандарин? Не знаю, это лимон. А тут лимон? Да. Килограмм сколько здесь? 700. Сладкие мандарины. На 200 рублей целую сумку взяли. 11 килограмм мандарин. 11,5, 700. Рынок в городе Адлере. Мандарины в сетках. Вот они лежат. Сени, елочки. Это крупней. Это помельче. Итак, побыли на рынке, затарились мандаринами. Это в холодильник поставили целую корзинку. Вот, а это кушать. Из всех, что мы выбрали, сетки, вот столько вот, ну, как называется, не кондиция, что ли. Но они не кондиция, не плохие такие. Не товарный вид считается. Вот такой вот. Я считаю, что у нас нетоварный вид где-то сейчас будет абхазский, где-то стоит 80-100 рублей, не меньше. А здесь начинается от 20-25 рублей, 40. Вот. Так что вот такие вот мандаринки по 25 рублей мы закупили кушать. Купили, сейчас я покажу, какие они внутри. Чистятся очень легко, как они местные говорят, мандарины абхазские должны чиститься и отходить. Вот эта кожурка очень легко. Вот они, видите, как тоненькая кожурочка, тонюсенькая. И мандарины абхазские, они всегда вот такие вот, чуть-чуть пимпочка такая вот здесь. И здесь внутренности как бы вмятинка такая. Вот это чисто абхазские мандарины. Вот они. Чистится очень хорошо, кожурочка мягкая такая, и вот они такие хорошенькие все, и очень сладкие.